Привет всем! Раз-раз-раз, меня слышно? Я вас приветствую, и сегодня мне выпала честь представить для вас еще один новый продукт Siberian Wellness. Это коллаген, рыбный коллаген. И да, я его тоже очень жду. И вначале мы посмотрим про него чудесный ролик. Включайте. Начал изучать все о коллагене. Тренер посоветовал для восстановления суставов и выносливости. А мне подруга рассказала про коллаген Fitness Catalyst для красивой кожи и молодости. Я принимаю его во время тренировки и стал меньше уставать. У меня как будто появился пауэрбанк с энергией. Я стала отслеживать результаты и заметила, что кожа стала более гладкой и в целом вид здоровый и свежий. У Fitness Catalyst качественный коллаген из рыбы напрямую из Кореи. В отличие от говяжьего, он намного лучше усваивается. А еще он содержит витамин С и помогает еще лучше усваиваться коллагену. В общем, Fitness Catalyst – это честная формула, работающая на результат. Я предпочитаю ванильно-черничный, он вкусный. А мне больше нравится оригинальный, и я замешиваю его с протеином в шейкере. Получается, на любой вкус и для любых достижений подходит. И для молодости, и для спорта. Коллаген Fitness Catalyst – архитектор твоей красоты. Лучшая основа здорового образа жизни от Siberian Wellness. Да, натуральный, непростой, морской коллаген. Сейчас я вам сначала научусь вот эту штуку. Помогите мне. Help me, она не нажимается. О, нет, это куда-то я не туда нажала. Обратно. Что мне нужно делать? Они мне что-то дали в руки. Так. О, хорошо. О, я уже подумала, что все пропало. Коллаген будет в двух форматах. С вкусом. С вкусом ваниль-черника. Я его пробовала. Он без химических вот этих привкусов, послевкусия. Он действительно вкусный. В одной порции продукта будет 4 грамма коллагена первого типа. А во втором варианте. Я не могу сообразить, как эту штуку нужно. Как это делают предыдущие спикеры? Юлиан, помогите мне, пожалуйста, у нас тут сайт-нот. Второй вариант у нас с натуральным вкусом, оригинал, без добавок. И оба этих варианта снабжены витамином С. Аскорбат натрия, который не оказывает неприятных воздействий на слизистые желудка. Это важно для тех, кто пьет коллаген натощак. И дальше я хочу поговорить о коллагене. Мы собрали для вас факты о коллагене, и в нижнем правом углу каждого слайда я подобрала для вас исследования. Вы можете сделать скриншоты, заглянуть в них. На самом деле исследований по коллагену очень много. Итак, это основной структурный белок внеклеточного матрикса в соединительных тканях организма. Это очень важно, потому что соединительные ткани организма обеспечивают нам и молодость, и подвижность. Это самый распространенный белок в организме человека. До 35% общего содержания белка в коже, волосах, хрящах, ногтях, роговице глаз, сосудов, кишечнике. Вы представляете, да? Это основа нашего здоровья. И при дефиците мы начинаем видеть сначала мелкие морщины, целлюлит, плохое заживление ран, рубцов, боли в суставах, сарковению, растяжки, проницаемость кишечника. Нутрициологи очень любят эту тему, но это действительно так. И добавки с коллагеном улучшают состояние кожи и волос, укрепляют зубы и ногти, утолщают наши волосы и улучшают наше состояние кишечника, ускоряя метаболизм в том числе. Здесь три исследования, три факта из трех исследований. Высокие очень проценты улучшения состояния суставов, утолщения волос и уменьшения ломкости ногтей. Ответственный момент. Да?
Хорошо. Вот. Есть 25, в некоторых исследованиях даже 29 типов коллагена. Исследования продолжаются. Но основной, первый, это тот коллаген, который составляет до 95% в составе сухожилий, в составе органов и наших костей. А второй коллаген в основном входит в состав хрящей, ну, коленей, плеч, других суставов. А третий – это основной тип хряща ретикулярных волокон вместе с коллагеном типа первым. И пятый формирует кожу и волосы. Первый – самый важный и самый главный. И есть несколько видов коллагена вдобавок, да, к пище. Животные – это недорогие, хорошо изученные, но узконаправленные коллагены. Растительные, дорогостоящие, скажем так, это не совсем коллаген, да, это пептиды. Вот. И рыбные, оптимальные по соотношению цена-качество с широким спектром воздействия. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто пьет коллаген? О, круто, круто, круто. Оставьте эту руку. Покажите мне тип коллагена, который вы пьете. Те, кто не пьют, подглядите, пожалуйста, за теми. Ну, поднимите руки, вы же так хорошо руки поднимали. Ну, давайте еще раз. Во, молодцы. И гляньте друг на друга, кто это делал. А, может быть, вам понравится, как они выглядят. Я как нутрициолог работаю с темами ожирения, снижения веса, антиэйдж. И, знаете, ситуации, когда встал и уже устал. Да, когда человек хочет бодрости, а ее нигде нет. Он ее ищет в кофе сначала, там тоже не всегда есть. Вот. И, конечно, мотивация по поводу внешнего вида, она такая достаточно... Она хорошо работает. Я жму третий раз на эту кнопку. Ой, мамочки, не надо, не уходи. Вот, получилось. Так вот, коллаген и молодость – это супермотивация пить коллаген. Известно, что коллаген является самым распространенным компонентом межклеточного матрикса, составляющим до 75% сухой кожи. Представляете, да? Кожа по факту состоит из коллагена и воды. И вот этот метаанализ – это анализ исследований, который включает 19 исследований с огромным количеством участников, с очень хорошим вилкой возраста. И он показал, что время, необходимое для замедления старения кожи в большинстве исследований, составляло 90 дней, а результат сохранялся в течение 4 недель после окончания приема коллагена. Это базовая добавка. Ее надо пить постоянно. 4 недели – и как бы вот. И очень мало уже в еде. Коллаген, вернемся к нашему коллагену. Коллаген первого типа, рыбный, с очень низким молекулярным весом, 500 дальтон, реально очень низкий, хороший молекулярный вес, который обеспечивает высокую биодоступность и широкий эффект на организм. Витамин С, я уже говорила, аскорбат натрия, он не кислый и не раздражает слизистые желудка. Коллаген является богатым источником аминокислот, особенно пролина, гидроксипролина и глицина, которые используются организмом для выработки эндогенного своего организма, своего коллагена. И вот форма как раз ProHub, L-гидроксипролин, она значительно увеличилась в большинстве исследований в крови и достигала максимального значения через 1-2 часа после приема. Это важный момент в доказательстве того, что коллаген работает. Есть много разной информации на эту тему. Я вот опять пытаюсь. Во. Вы не устали от вот этого вот тяжелой такой, да, информации? Спасибо. Спасибо. Перорально, то есть перорально, как мы привыкли, принятый коллаген всасывается в тонком кишечнике и попадает в кровоток в виде пептидов, свободных аминокислот, и распределяется в коже, в дерме на срок до 14 дней. Это важный момент, чтобы мы не думали, что нужно, можно выпить месяц коллаген, и как бы все, вопрос решен. Да? Вот в этом исследовании мне бы хотелось поднять тему коллагена и спорта, потому что для тех, кто занимается физической нагрузкой, давайте теперь занимайтесь, не занимайтесь, руку поднимайте, короче. Кто занимается физической нагрузкой? Давайте. Мы все. Siberian Wellness.
Вот, так вот, коллаген составляет 80% сухого веса сухожилий. Кожи, сухожилий, да, смотрим. Это супер еда для нашего организма. А коллаген помогает структуре сухожилий выдерживать высокие нагрузки. Фасции, да, это новый орган, который сейчас очень внимательно смотрят все нутрициологи спортивные, он состоит в основном из коллагена, фибропласты. Коллагеновые пептиды повышают прочность коллагенового матрикса, уменьшают воспаление за счет глицина и влияют на метаболизм фибропластов в сухожилиях. И вот еще один метаанализ. Я очень люблю метаанализы, потому что там все делают за вас. Там выбирают, отбирают качественные исследования, все приводят в порядок. И метаанализ – это очень хороший источник информации. Так вот, действительно, значительное уменьшение дискомфорта в суставах. Улучшение функциональности лодыжек и колен – это очень важно. Уменьшение боли в суставах при ходьбе и увеличение продолжительности упражнений. Да? Вы набираете силы. Увеличение мышечной массы после тренировок. Вообще с уменьшением мышечной массы некоторые врачи говорят, что начинается старение, да, потеря мышечной массы – это очень большая проблема. И, естественно, мы быстрее восстанавливаемся после тренировок. Я заканчиваю. В исследованиях есть дозировки. Смотрите. При болезнях, уменьшение болезнях при остеоартритах, при других серьезных проблемах с суставами использовались в основном 10 грамм в сутки. В остальных случаях использовалась дозировка 2,5-5 грамм. Дозировка, которая в нашем коллагене, ее хватит для большинства задач, которые вам нужно будет решать с помощью коллагена. Ну, в общем, на сим все. Я вас благодарю.